Итак, продолжаем ESU FTM400. Проверка выходной мощности радиостанции. Значит, как было изначально, я уже в инженерке подправил. Вот, все это происходит на нагрузку. Вот хорошая нагрузка подключена. Довольно-таки точная. 50 Ом, естественно. Я уже подправил. Значит, что было? Лоу было 3 ватта. Милд, средняя мощность была 17 ватт. Вот. Это на двойке. На 70-ке 19. Что касается хай, повышенной мощности, значит, на 70-ке была 60 ватт, да, 60, вот, я убавил, ну, потому что разницы большой не будет, честно говоря, там 50 и 60 ватт, вот, не будем сильно греть, потому что я проверял на антенну и на две нагрузки, у меня вот еще такая нагрузка есть, но она не совсем точная, вот, это у нас MFG, наверное, да, не помню, а, да, MFG, вот, и на всех нагрузках у меня показывала примерно 70-ка 58 ватт, 60, вот. Поэтому я убрал до 52, по-моему, или до 51 ватта. Этого вполне достаточно. И двойка изначально показывала на хай 43 ватта. Представляете, 43. Почему-то не 50, а 43. Вот давайте посмотрим, что мы с вами сейчас имеем. Так, это лоу у нас пониженное. Так, ну, примерно середина диапазона. Вот, нажимаем. Так, ну, сойдет. Дальше у нас идет средняя мощность. Проверяем. В принципе, тоже пойдет нормально. И ставим максимальную мощность. Вот, была 43 ватта. Я немножко добавил. Вот так вот мы остановимся. Запас есть. Запас есть по двойке. Запас большой. Крутить не стал. Проверять сколько. Потому что, ну, опять же, зачем перегревать выходные транзисторы. Так, смотрим теперь 70-ку. Так, что у нас стоит? Хай. Давайте поставим лоу. Смотрим. То есть примерно данные должны быть одинаковые. Вот у нас минимальная мощность. Теперь у нас средняя мощность. И, собственно говоря, максимальная мощность. Ну, я думаю, это вполне достаточно. Потому что, ну, 60. Я не знаю, почему так накрутили. Вот. На трех нагрузках. Я имею в виду MFG, Diamond, у меня сейчас там вкручена нагрузка, вот, и антенна базовая у меня показывала, в принципе, они практически все одинаково показывают, плюс-минус 3 ватта, вот, поэтому, естественно, 60 ватт это много, то есть там 58 было минимальное значение, 58 было минимальное значение, естественно, я вот убавил, вот, но это, я говорю, что это слишком перебор, не знаю, почему так получилось. Вот, что касается, почему я выставил, ну, вернее, почему завод, и я тоже обычно так выставляю, минимальная мощность у нас 5 ватт, минимальная мощность 5 ватт, в принципе, этого достаточно, чтобы с базовой антенной экономично, не перегревая трансивер, работать далеко. Значит, почему средняя мощность 20 ватт? Значит, смотрите, если бы станция выдавала бы, допустим, максималку там 40 ватт, вот, или 35, я бы здесь поставил 15, вот. Но так как станция, да, выдает 50 ватт, естественно, я поставил 20, потому что, допустим, если поставить здесь 25 или 30 ватт, ну, ближе к 50, какую-то середину найти, то прирост будет совсем небольшой, то есть между 30 и полтинником. Вот, поэтому, чтобы не мучить трансивер, вот,
Я поставил 20 ватт. Если нужен хороший прирост в сигнале, то, естественно, мы включаем полтинник. Вот, и, естественно, там добавляется, там, я не знаю, вполне, можно сказать, что несколько баллов добавится. Вот. И работаем на повышенной мощности. Еще раз, станция ЕС-400. Вот, немножко мы подправили выходную мощность на этой станции. Спасибо.